Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День второй, 5000 монет в карман. Поздороваемся. Так, результаты. Какие результаты у нас? Главный приз. Ага, мы проиграли. Победитель у нас противник. Ну что ж, по минималочке получаем, да, 10 тысяч монет. Так, далее, гонка. Активировал. Так, события, магазина. Что у нас в магазине? В магазине пак, насколько я могу вспомнить. Прикольные костюмы. Так, пак. Ну не пак, на самом деле это ящик, сундук, называй как хочешь. Так, приключения, кубки. Естественно, сейчас пойдем дальше. Ребята, у меня сколько было там? 6 тысяч кубков нужно получить сегодня. Даже не вижу, куда там ехать-то надо. Мистический кубок. Так, видок. Меняем. Давай вот это вот свиное рыло оставим себе. Свиное рыло. И... И пока, наверное, все. Ну что, погнали. Тут у нас, блин, мистический кубок. Ого. Тут уже на новых тачках начинают кататься, да? Я смотрю. Как он там называет? Ёк-макарюк. Ну зачем же ты? Ну вот, вот постоянно. Вот с этими вот... Давай здесь плавненько. Есть. Вот. А все потому, что я там сбросил скорость, друзья, и не стал подпрыгивать. Если бы у нас был бы этот огромный большой прыжок бы, фиг бы у меня там что получилось бы. А так, как видишь, все. Давай-ка вот так вот, аккуратнейшим образом. Чувак на байке-то, конечно, наяривает. Блин, там еще этот попрыгун, как он называется-то? Ты понял, его подвел этот прыжок. Я тоже не стал там подпрыгивать, специально снизил скорость до минималки, чтобы не подпрыгнуть, а заехать нормально. А вот тут я уже, конечно, лопухнулся, потому что, во-первых, идеального старта у меня не было, это раз. И во-вторых, я не хочу в эту черепаху врезаться. Ну, все, как всегда, ребят, стартанули. Ой. Нормально, нормально. Изи. Друзья, папа берет первое место. Ну что, последний заезд у нас. Старт вроде бы идеальный. Оп, 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 оп. А вот тут я обделался. Вот тут я, к сожалению, ребята, опрофанился. Ладно, бывает. Тут-то, конечно, там хорошо ушуршал. Ты видел? Так, тем не менее, ребят, на первом месте. Чего у него там? Чего он так прыгает-то? Как Дергун. Не знаю. Блин, теперь развлечение у нас. Они взяли самые мной нелюбимые, так скажем, трассы. Фига-то, это кто там? Это так... Вертушка там подорвалась. Что-то она подорвалась и в то же время сдулась. Вот что я могу тебе сказать. А у нас все нормально. Да, друзья, первое место мы заработали. Так, одна гонка, как говорится, проехана. Еще две остаются. Кто-то спросил, Рэй, откуда ты знаешь, что надо приземляться на два колеса? Ребят, ну если у меня ускоритель приземления, почему я не должен знать, что мне приземляться на два колеса? Я же ее именно для этого и ставил. Так. Отлично. И на финиш. Просто запрыгнули. Давай, 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 давай. С идеального старта начинаем. Ать, не люблю вот это вот. Фига там чувачок приземлился. А ты не припухли, а? Братюня. Зомби ты, несчастный. Есть.
Нифига он там шпарил за мной, думает, сейчас меня обделает. Ну, как бы не так. Еще не дорос, как говорится. Ой, блин, действительно, они все самые мои нелюбимые трассы собрали. В кучу. Начинается с этой воды, блин. Блин, надо ехать тут аккуратнейшим образом. А, тут уже финиш. А я что-то думал, что тут длинная будет трасса. Но нет, она такая была, коротенькая. И проехал я, причем, идеально. Сейчас посмотрим, что дальше у нас будет. На своем веку я не помню, чтобы я проходил эти трассы идеально все. Где-нибудь да зафейлюсь. Вот в данный момент просто, ребята, каким-то чудом повезло, что я не разбился. А где все противники-то мои? Я что-то не понял. Прикинь, никого не... А, не, вот. Приехали. Что-то они там вообще задержались по-лютому. Их просто зашуршал. Нафиг ли делать? Раз уж запрыгнули на эту верхушку. Так, давай, дотягивай, есть. Пузырь этот взяли, ну а дальше. Тут просто надо держаться, ребят, дороги. Все, финиш. На этом финише еле-еле-еле начали ехать. Замечательно. Так, еще чуть-чуть и получим с тобой этот ящик. Слушай, а сколько там? Блин, нифига там расстояние. Опять восхитительная диверсия, вы издеваетесь, что ли? А где обычные трассы, горы там, я не знаю, там трасса била, еще что-нибудь. Вы специально, что ли, так делаете? Чего моя машина-то так летает? Ё-моё, как сумасшедшая, блин. Именно вверх я именно подлетает. У чувака там крылья, что ли, не могу понять. Ну фиг ли, раз ты заехала, давай тогда шурши. Нам там на финиш всех, как говорится, перехитрили. Ну, сам того не ожидал, ребят, что так вот получится. Хотя ехали там. Крышу сорвало, блин. Эту не задели, да чтоб тебя. Давай вниз, не поедем поверху. Понизу поедем. Бургерная, блин, встала тут. Трындец, без крыши еду, как этот. Тут любой этот, и все, ребята. И шею он свернет себе, наш водитель. Но свиное рыло, как ты видишь, все-таки умудрилось еще и приехать первым, не пострадавший при этом. Слушай, спорткар тут нормально так наяривает. Папа... Какой ты папа, блин? Папа это я. Папа Ноэл. Перевернулся, по-моему, чувачок там. Фига себе он папа Ноэл. Папа это я. А не какой-то там Ноэл. Так, ребят, ну что, открываем сундук. Выпадает тяжеловес и колесный ускоритель. А вот они и туннели. Хотел рейчик туннели, получай туннели. На самом деле я не хотел туннели, я хотел... Так, смотри, вот эта вот тачка... Как его там звать-то, я уже не помню, попрыгунчик или... Не лихач, как-то по-другому. Самый умный, твою налево, блин. Ну ёк-макарёк, что? Набираем скорость. То есть вот этот упс. Блин, я не могу его обогнать, прикинь. Он прыгает идеально. Этот упс.
Отлично. Давай вот это все перелети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребята. Есть. Блин, я, конечно, перелетел. Если бы я знал бы, я бы, естественно, бы вниз бы сиганул бы. Я бы не стал бы там по этим ухабам прыгать-то. Тем более, мне от них толку вообще никакого нету. Ать! Вот этот, конечно, камень вообще, ребят, просто самый настоящий вредитель. Он еще стоит в таком неудобном месте. Смотри, 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 сзади роличка. Роличка крадется. Но папа первый. Да. Естественно, друзья мои. Ну что, 3000 монет наши? Фигушки там. Эпические холмы, ё-моё, я помню эти холмы. Это по которым фиг проедешь, да? Кстати, смотри, что-то очень много людей стали эту тачку брать. Неужели она из ряда топовых идет? М? Скажите-ка мне на милость. Смотри, 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 что получается у нас. Е! Ушатал ролейку. Она на этом, на форсаже ехала. Паршивец несчастный. Еще молоко на губах не обсохло, да? А все туда же. Вот это был подкол. Вот это, ребята, был подкол сейчас для меня. Ну что, ну, ну что это? Все, приплыли, блин. Кто на чем? Кто на нитро? Кто на шпитро? Самый последний еду. Пока. Может быть, самый последний приеду, по ходу дела. Нет, третьим. Не последним, но и не первым, блин. Даже не понял, где там умудрился скорость-то растерять. Блин, ну вот это, конечно. Прикинь. Вот это, вот. Да. Зашибись. Все, ребята, по горючке. По горючке сфейлюсь. Так это тут не то, что по горючке, тут просто перевернулись и все. Я еще и последний. Я еще и последний. Откатываемся назад. И глубоководная езда. Терпеть ее не могу, эту глубоководную езду. Вообще терпеть не могу с водой, что связанное. Там что, ККМ-ка что ли наяривает? Или что, я не по... ККМ-ка, да? Да чтоб тебя. И вот куда мы сейчас приземлимся? На трубу. Хотя тут уже финиш, нормально. Обидно, что мы, конечно, откатились назад. Что-то я на той трассе, конечно, отдал тоже дурки, да? Надо было вот в кораллы врезаться. Ну а что я могу тут сделать, если вот так вот получилось? Аккуратненько, аккуратненько. И первое место. Кто куда, кто как там полетел. Ну, ё-моё, ну зачем ты так делаешь, а? Я не знаю, летим куда-то вниз. Там подводная лодка, ага. Я помню эти приколы, помню, ребят. Кто там фаномчик какой-то?
Что там, на форсаже что ли едет? Не могу понять, не могу догнать его даже. Так, ну что, по итогу все равно я первый. Ты что, вы хотите сказать, что опять глубоководная езда, блин? А, нет, зеленый кубок. Ну что, это зеленый кубок, по-моему, трасса для меня. Она идеально подходит для моей раллийной. Но нет, тут появился какой-то чувак на фуре. Не на фуре, а на спорткаре. И начал нас наказывать. Меня бесит то, что я начинаю вот эти все кочки, блин, все вот эти вот подъемчики. Все начинаю на себе перепробовать. Вот это меня бесит. Третьим приехал. Просто я не знаю, как этот спорткар вообще здесь может. По идее, ну если брать, он тут должен развалиться, уже был давным-давно. По большому счету. Но нет, он как-то там... А это... на крыльях он летит. Ну как он там все это делает? Да что ты... Ты издеваешься, что ли, сейчас, блин? Тупорылая машина, блин. Пипец, просто пипец на этих бревнах вшивых, блин. Свиное рыло, блин, бесишь меня, блин. Запутался там в этих поленьях, блин. Ты прикинь? Как он меня взбесил, а? Просто, ребята, взбесил. Я не знаю, как это даже объяснить. Да фиг ли мне это твое первое место? Я уже все равно там... Каким я? Вторым хоть. Вторым, ё-моё. Не последним. Сельский кубок. Монетным ускорителем шпарит чувак. Ну, только за счет этого и выиграл. Просто монетки ему там впереди выпали, и все, ребят. Слушай, ты отвялишь, а? Своим... Блин, у него тут еще и горючка, и монетный ускоритель. Чух. А у меня же, у меня нет монетного ускорителя, у меня только есть нитро. Как развалюха едешь, ё-моё, блин. Нормально, все. Трындец, до 10 тысяч кубков хоть доедем сегодня. Что скажешь? О, ребят, форсажик. Горный кубок, ты-ка я посмотрю кое-что. Колеса. Не смогу, да, не смогу прокачать. Можно, конечно, колеса прокачать. Повысить. Ну, ребят, колеса у меня 12 уровня. Как вам так? А? Можно крылья повысить? Я, правда, вот... А что если крылья... Ну, видишь, планирование в воздухе просто делается. То есть это... Если я так начинаю подпрыгивать, да? Я просто лечу в воздухе. Это... Очень хорошо, наверное, сказывается на... Фига там, чувачок. Да, он в горочку-то не особо силен. Именно. Ну, в плане того, чтобы подниматься. Так, я проиграл только лишь спорткару. Спорткар же там был или что?
Угу. Ну это ёпарасы, ну что это за трасса такая, блин? Почему ее машину опять начинает вот это вот приподнимать? О, ну тут бы самому к финишу. Перед опять у тачки начинает приподнимать. О, кстати, вот здесь вот на зимней колесики-то мои должны как раз хорошо сработать. Я там, чувачок, летит. Долетался. Так, мне, кстати, надо вниз лучше шпарить. Вторым, ё-моё. А по итогу первым. Кубок Штормрайдера. Поехали. Кубок Штормрайдера брать. Я не посмотрел, сколько там, кстати, гонок у нас. Ну, сколько заездов, я имею в виду. Тич. Ать. Ать. Ну, почему я так и думал, что вот так произойдет? Ну, ё-моё, ты посмотри, там не только же я подбился. Там еще одна ролейка. Я вот этого не понимаю, блин. Нафига так делать-то? Вроде едешь, ничего там такого не... Не предвещает и на тебе, разбиваешься просто на ровном месте. Потому что Виттель уперся в черепок. У него там... Они все на крыльях меня как-то умудряются сделать, понимаешь? Они за крыльев, они летят очень плавно. Он планирует первым. Фьюх. Ну что, последняя гонка. Конечно, хотелось бы первое место занять. Кому бы не хотелось бы. Кто там? Титан? Опять? Ну тут благо обошлось все. Мы сейчас опять как в череп врежемся в какой-нибудь. Слушай, отвали. Нет, все-таки, ребят, чуть тачку не перевернуло мне, а? Ты посмотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чувак там подлеты видел, какие делает? Дурило. Стартанул там и врезался в стенку. И тем самым я, друзья, первое место занимаю. Так, еще чуть-чуть. Пляжный кубок. Давай-ка мы на пляжном кубке возьмем, наверное, багги. Ну, уже практика показала, что тут лучше ехать на багги. Тем более у нас монетный ускоритель, но тут, правда... Нет, что-то мотоцикл, по-моему, будет получше. Арис вот этого, да? Он занял первое место. Ладно, фиг с ним. Ох, ну на тебе, приплыли, блин. Ладно, тут первое место мы заняли. Фух. Ну что-то сложновато как-то. Идеальный старт. Слушай, а тот мотоцикл не отстает. Ну, тут, конечно, классно было. Мотоцикл просто обделался там. Что-то он там встрял где-то. А мы в этот момент с тобой взяли первое место. Так, райская бухта, гонка. Нафиг. Вернем ролейку. Про эту тачку вы сказали, что на ней надо уметь ездить. Или перевернешься. Даже не знаю, что теперь делать. Ой! Там сзади ККМ-ка едет.
Обожаю, когда вот так вот все перепрыгиваем. Просто идеальненько, да? Комфортишь, как говорится. Как тебе, блин, такой комфортишь, а? Вот как тебе такой комфортишь? Твою налево, блин. Как дал бы по сусалу, а? Да ладно, мы еще и первыми, что ли, приедем. Не верю своим глазам. Тут что у нас? У нас, походу, долгая тут гонка. Так, давай-ка вниз. Поедем по низинкам. Тут, по-моему, одна гонка, ребят. Проверим. Да, и я первый. Я обогнал КГМ-ку, которая меня там обогнала. И все-таки наверстал упущенные. 7 деталей. Это на ХКР-очку. Так, друзья мои, это я получу? Или не получу? Брючки там какие-то лежат. Я достоин эти брюки или не достоин носить? Ну что там? Смотри, смотри, смотри. Баги на этих. Как назвать? Как называется-то? Ну ты понял, да? Это, конечно, блин. Я там думаю, баги встрянет точно. Она не сможет там выбраться. А то полетел там на своих нейтронах. Кстати, кто-то попросил меня поменять цвет машины вроде бы. Ну еле-еле, блин, ну еле-еле ты вытягиваешь, блин, ну. С перевалочкой он там. Куда он там разлетелся-то? Полетел он. Папа должен быть первым, а ты должен пыль глотать от папиных колес. Опять, этот, я смотрю, он специально, ребят, прилетает на этих. И он летит. Оно, интересно, жрет горючее или нет? Вот это вот его плевалка. Ух. Ну тут он, наверное, первое место возьмет. Как ты думаешь, Илья? Ну это же круто. Это же круто всегда, когда ты занимаешь первое место. Когда ты облапошиваешь чувачка просто на ровном месте. Так, у нас очень много пляжей пошло. Не, лучше, для меня лучше пускай, ребята, пляжи, чем какие-то там подводные диверсии, какие-то пещеры. Лучше я здесь покатаюсь. На пляжочке. Угу. Так, давай. И первое место в кармане. Отлично. Первая, блин, позиция. Так, ладно. Детский бассейн. Нет, баги, конечно, да, хорошо. Она на старте, все идеально. Но вот дальше, ребята, она постоянно почему-то сдувается. Я даже не знаю, с чем это связано. Хоп, плавненько так в воду приземлились и... Наяриваем трясогусочку. Да, первое место. Я думаю, что 10 тысяч кубков сегодня будет у нас в кармане. А вообще нужно 50 тысяч кубков, чтобы пройти этот заезд. Ну, этот чемпионат, турнир. Эти соревнования. Хотелось бы, конечно, получить 50 тысяч кубков, но что-то мне кажется, что я не успею до конца месяца. В отпуске был бы, я бы успел бы 100%. А так, рабочие дни. Или это просто нужно зависать сутками за ней. Не играть ни во что, только гонять, 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 еще раз гонять. Болотистая дорога. Сейчас я открою эти сундуки. Погнали. Болотистая дорога, блин, это, по-моему, с крокодилами, да? Хлоп.
Тягач, тягач, выпендривается, ребята, выпендривается, тягач. Я вижу. Давай, поехали, поехали, поехали. Фух, первое место. Первое, друзья мои, место. Ладно. А тут кто у нас тут? Багги. Может быть, эту машину... Ребят, напишите, кстати. Может быть, эту новую тачку прокачать лучше? Как она там называется? Я уже не помню. Попрыгулька или как там ее? Ну, ты понял про что. Которую вот недавно ввели в игру. По-моему, она 50 тысяч стоит на покупку. Я уж не знаю, там сколько она... Ну, я когда пробовал на ней ездить, что-то как-то не особо она меня зацепила. Ну, вот, вот, на которой впереди вот едет. Как она там называется-то, я уже забыл. У него, причем, смотри, у него не такая подвеска, как там была. У него какая-то низкая подвесочка здесь. Романс. Нифига. Жажда победы. Я аж так подгазанул, там аж перелетел и вылетел куда-то. Кубок шахты. Вот, не было печали, мы до кубков и, ой, и до шахты и домчали. Оп. Тихо ты. Давай аккуратненько, аккуратненько. Есть. Блин, сейчас будем во все врезаться. Ну фиг ли ты тогда. Если бы я там не сбросил бы скорость, надо было вниз падать все-таки. Не, наверх, вот надо наверх тебе было залезть. Рай, залез наверх, получил, что хотел. Вот иди, радуйся. Причем там был облегченный вариант, без крыши. Я не знаю, ребят, он не обогнал. Ну, время потерял, все, что тут говорить. Правильно, надо во все врезаться. Но зато первое место. Фиг с ним. Такой расклад меня устраивается. И что-то еще и ККМ-ка. А этот... А, тут это ролейка. Все, я себе сделал облегченный вариант. Блин. Точно сейчас где-нибудь залетим, блин. Нет, все, ребят, первое место. Фух. Сломя голову там летел. И прилетел. Воскресный чемпион. Мосты и палки. Фига тут. Спорткар сзади. Не спорткар этот. Формула или как это там величать. И три вертушки. Как тебе такой раскладец? Еее. Come on, baby. Как там Олег еще с нами ездит. Идеальный старт. Оп, один прям просто, ребят, перевернулся, да? Не зря вы говорили, что на этих машинах нужно уметь ездить, иначе перевернуться можно на изи. И я уже вижу, что действительно можно перевернуться на изи. Спорткар просто на ровном месте взял и перевернулся. На ровном месте. Так, а тут 4 гонки, оказывается. Тут 4 гонки у нас, оказывается. Так что, ребята... Едем аккуратненько, исправненько. Само... Тихо. Да-да-да-да-да. Так можно было бы и... Спорткар, куда я... Твою налево... Придурочный пригорок вот этот вот. Надо было на него наехать. И еле-еле из него вылезти. Чмоха, ё-моё. Просто чмоха. Других слов у меня нету. Опять этот спорткар сзади едет. Что-то его там вообще, конечно, мотыляет. Я вот так смотрю. Да, отлично. Все, первое место. Я получу эти ботинки или нет? Или что это не ботинки, это брючки. Брючки галифе. Чего? Какая застава? Крылья, амортизаторы. Так, кубок путешествий.
Если сейчас будут спорткары здесь, ребят, то... Твою же налево, блин. А почему мотоцикл... Мотоцикл разбился. Папа может. Папа может. А мотоцикл, да, ребята, разбился моментально. Он только там упал куда-то и сразу загремел. А меня спасает идеальное приземление на колесики. И все так, как лодочка. Хоп, по волнам. Хоп. Сейчас волны закончатся по ходу дела, блин. Нифига этот шитик там хотел меня сделать. Как, спрашивается, мотоцикл плешивый может меня сделать, я не понимаю. Я вроде ехал без этих, без всяких. Короче, в горку он фуфло. В горку он не тянет. Не, ролейка круче. Круче вообще всех. Вот что я тебе скажу. Вердикт такой. Ролейка это что-то с чем-то. Прикинь, мне не достались брюки. Потому что это, видимо, випка. Так, ребята, кубок претендентов. Это у нас босс. И он тоже на ролейном авто, да? Перевернись ты, вшивый. Я не знаю, ребят, как его еще назвать. Давай, родной. Мэки, хереки. Рейчик первый здесь. Блин, ты еще бы идеальный старт бы. Да ну куда ты так подпрыгиваешь-то, блин? Да, вот тут вот дрища дали. Так, ребят, ладно. Давай, 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 жми, жми, родной. Давай, 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 на этом ускорении отрываемся, 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 отрываемся от этой мэки, шмэки. Не знаю, как... Найс, 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 ребят. Ну что, как я обещал, 10 тысяч кубков в кармане. Ребят, 3 тысячи монет тоже в карман к нам летит. Хорошо сегодня погонял, душевно, я бы так сказал бы. Так, мама, я в Ютубе. Так. Так, все, погонял. На се... Годня. Так, ну что, ребята, наверное, на этом буду закругляться. Что тут это такое? Ерунда какая-то. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.